Ну вот такая вот зажигалка. 150 лет назад Маклай описывал о том, что при помощи вот таких полен, которые они брали с собой, можно было поджигать всегда костер. Ну и плюс греться. И до сих пор его используем. Вот мы видим, как прекрасный местный житель носит с собой точно так же уголек.